Автоспорт нравится многим мужчинам и женщинам, а вот летние трофи-рейды от енотов-вездеходов, да еще и по бездорожью, да еще и на специально подготовленных автомобилях – это любовь. Моя уж точно. Мы отправились на второй этап Кубка клуба енотов-вездеходов. Он прошел в получасе езды от города недалеко от деревни Старый Спас. Лагерь расположился на живописной лесной полянке. Старт был назначен на 10 утра, но приехать участникам стоило заранее. Экипажи проходили регистрацию и небольшой технический осмотр. Не тяжело ли вам вставать позаранку, ехать в такую даль, чтобы поучаствовать в соревнованиях? Нет, конечно, это же наше любимое дело. Мы это очень любим и с удовольствием встаем с позаранку, едем на соревнования или приезжаем вечером. После открытия, на котором организаторы поприветствовали участников и ответили на все вопросы, пришло время для старта. Категории «Туризм» и «ТРС» могли проехать по полю и приступить к поиску точек. А «ТР-1», «ТР-2», «Абсолютный» и «АТВ» ждал стартовый створ. Это искусственный коридор, огороженный сигнальными лентами. Серьезные испытания ждали участников уже там. Как вы думаете, насколько сложная будет трасса? Я надеюсь, ребята, организаторы из енота-вездехода постарались, она будет как минимум интересной. Без лебедки в этих соревнованиях никак не обойтись, ведь уже после стартового сигнала участников ждала канава. Попробуй выберись из нее на таком тяжелом автомобиле. Приключения только начинались. Таких канав было еще две. Но умелые экипажи легко справлялись с препятствиями. Не было особо каких-то трудностей. Ну, может быть, какие-нибудь глубокие броды выше шноркеля. Те спортсмены, которые преодолели три канавы, отправились на поиски контрольных точек и скрылись от глаз зрителей. На этот раз организаторы обещают интереснейшую трассу. Давайте посмотрим, так ли это на самом деле. По полям и лесам путешествовали внедорожники в поисках точек. И, наконец, добрались до торфяной грязи. Чтобы точка была засчитана, нужно на транспортном средстве подъехать к ней максимально близко. Одной рукой коснуться точки, другой своего автомобиля, велосипеда или квадроцикла и сделать фотографию. Точка взята. Изюминка, наверное, в том, что, во-первых, лето, да, то есть тепло, вода теплая, скажем так, участникам, поэтому можно будет не бояться замерзнуть. Вот. Приехали яркие представители, чемпионы России участвуют, то есть призеры чемпионата России участвуют. Ну, очень сильные экипажи, поэтому борьба будет напряженной. Ну, как бы 100% борьба будет очень интересной. За сколько участник при хорошем раскладе может пройти эту трассу? Ну, мы сделали два спецучастка. Первый спецучасток планируем, что лидеры пройдут часа за два, за два с половиной. А второй спецучасток часа три, три с половиной, соответственно. Ну, лидеры где-то часов семь дают. Следующая точка автомобилистов ждала в болоте. Стоя по грудь в воде, предприимчивый штурман ищет варианты, как поднять своего металлического друга. Он привязывает трос к дереву. Смелый водитель въезжает в воду и оказывается около точки. Фото сделано. Миссия выполнена. Пора покорять бездорожье дальше. Какие соревнования вам запомнились больше всего? Все чемпионаты России, все Кубки России, Ладога. Как вы готовитесь к подобного рода чемпионатам? Сильно ли отличаются трассы там и на подобных мероприятиях? Трассы, да, очень сильно отличаются, и рельефы разные, и подготовка совершенно другая трасса, и конкуренты совершенно другие, гораздо сильнее, мощнее, поэтому там тяжело. Здесь так тренировка. Такие препятствия даже самые сильные спортсмены со слабой машиной вряд ли преодолеют, поэтому технической стороне вопроса уделяют особое внимание. Вы целый год строили машину, ну, что же вы с ней делали? Все. Разобрали ее до гаечки и собрали обратно. Меняли мотор, мосты, коробки, все не делали. Трофи-рейды – спорт для людей с сильным характером. Им не страшны ни грязь, ни тяжесть, ни трудности в пути. Соревнования закаляют характер и мотивируют не останавливаться на достигнутом.